З гэтага месяца ў Беларусі ўведзены новыя правілы натарыяльнага абслугоўвання сельскага насельніцтва. Пры гэтым цяпер юрысты будуць наведваць вёскі па загадзе зацверджаным графіку. Нашы карэспандэнты азнаёміліся з новымі формамі работы. Увогуле ў сельскую мясцовасць натарыусы выязджалі раней, але толькі калі ўзнікала такая неабходнасць. Значную частку дакументаў можна было аформіць непасрэдна ў мясцовых саветах. Праўда, з часам стала зразумела, гэта не самая лепшая практыка. Урэшце ёсць моманты, калі без дапамогі прафесійнага юрыста не абысціся. Непасрэдна ў саветах спецыялістаў з адпаведнай падрыхтоўкай няма. Из компетенции полномоченных должностных лиц сельских советов исключили такие действия, как удостоверение завещаний, согласия и доверенностей. Вместе с тем, наши сельские советы получили право удостоверять доверенности на получение пенсии и пособий в соответствии с Гражданским кодексом. Информация о выездах, она размещается у нас в средствах массовой информации, на сайте Белорусской нотариальной палаты, а также на информационных стендах конторы и сельских советов. Пакуль нотариальное обслуговывание сельского населения отбывается у теста режиме. За кожным юристом замацаваная конкретная территория, якую у першем квартале специалист наведает до двух разов. Потом при необходимости колькость выездов можно будет повеличить, а прача того юрист обовязково накируется у вёску по заграфику, коли зворот поступит от человека с обмежаванными физичными махчимостями. У областной нотариальной палате кажут, что проблем с наявностью транспорту узникнуть не повинно. Все, конечно, мы предусматриваем, потому что есть, конечно, коллапс транспортный в некоторых районах, но вместе с тем мы составили список расстояний. У нас есть положение о служебных поездках нотариусов, где восполняется, если какая-то затрата будет личного транспорта или другого. Но, в общем-то, это не принципиальный вопрос. Как раз в деньгах и не было вопроса. Нотариус говорит, если нужно обслужить, мы доберемся любым способом. Тем более у нас есть взаимодействие с исполкомами районами, которые, когда едут на районы своими группами, всегда приглашают нотариуса. В общем, есть очень много вариантов, которые показывают о том, что нотариус и администрации района, в общем-то, работает в одном направлении для создания хороших услуг сельскому населению. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район.